Так, 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 так. А, черт, куда это он собрался? Может, тут у ФБР секретная штаб-квартира? Давай-ка я позвоню на эту бомбу и попросим... Что, что, что? Нет, не надо, нет. Давай я схожу и прослежу за ним, господи. Господи? Ты запал на него? Поглубил малость? Что? Да. Если хотеть деньги означает поглубить, то я Элтон Джон. Ну, давай скорее иди разведай, что там. И отзвонись, а не то я взорву этого ублюдка. Почему у тебя такой голос странный? Тут такое дело. Я все объясню, только подойди, куда я написал. Ник, я собиралась уходить. Что происходит? Пожалуйста, это важно. Ник! Да? У тебя все в порядке? Погоди, стой там, ладно? Пожалуйста. Прошлой ночью со мной кое-что случилось. Я был на доставке и... Но я начал думать, что это последняя пицца, которую я доставил. Ну, это было бы неплохо. Верно. Ник, у меня куча дел. Сейчас не очень удачный момент. Похоже, другого времени не будет. Зайди попозже и поговорим. У меня времени нет. Знаешь, в чем моя самая страшная ошибка в жизни? Ну, хорошо. В чем? Я переспал с тобой. Спасибо. Нет, ты не поняла. Тогда я почувствовал, что люблю тебя. Только я не знал, что с этим делать. И вот сам все испортил. Ник, это было 8 лет назад. Я знаю. Просто хотел сказать, что если бы сегодня... Был последний день моего дерьмового и жалкого существования. Последний, с кем бы я хотел повидаться, это с тобой. Ник. Надо идти. Ну, стой, ты не можешь вывалить на меня все это и смыться. К сожалению, я должен. И я обо всем рассказал Чету. Но зачем? Ну, я не знаю, это его девчонка, они там тусуются. Спорим, наш парнишка решил насладиться последним минетом. Отличный стиль. Да. Как дела? А я тут перила ремонтирую. Давай. Да, перила сейчас под контролем.